Тише. Советский флаг. Снимать, мужики, советский флаг. Вы стрелять будете? Я с командиром подбит. Боевое знамя наше! Это 21-го года! Командир, уклонитесь! Все, Олегович, тихо, это перебор. Это перебор, найдите! Поэтому мне приказ. Сейчас командир придет сюда и идет. Пожалуйста, командир. Переговоры будут, не вопрос. Да, переговоры будут. Остановите толпу и пускай ведут себя. Всем стоять на месте. Дай! Служащие! Стой, Олег Олегович, стой. Мы все военнослужащие, если что. Мы еще граждане. Но в угоду какому-то одному политическому деятелю мы сейчас столкнуты лбами. Два братских народа. Это неправильно. Вы специально провоцируете. Мы не провоцируем. Мы без оружия. Нет, какая провокация? Взять самолет и стоит под охрану. А вы что делаете? Вы вообще без оружия пришли на свои рабочие места. Все, что вы делаете, вы люди военные, вы нас понимаете. Я еще раз вам повторяю, если вы не понимаете, где мы стоим. What they're asking for negotiations. Okay. It's quite tense here, you can tell. What they were doing then was they were... А вы что, сами не думаете? Вы же граждане тоже, у вас семьи. Тихо! Мы же не пришли к вам в Анапу, не пришли к вам в Сочи с автоматами. Мужики, вы что? Мы к вам идем сейчас без оружия. I was quite tense moment there, and we ended up with him face to face from the commander of the Ukrainians saying that he wants to meet him and negotiate. No, I mean, it's good just the pictures, that's all. Taras? Taras? I'm anyway.